Очень важная площадка с идеологической, культурной, духовной, образовательной и многих точек зрения. Курултай, кстати, стал полезной площадкой и для обсуждения разных вопросов, которые сегодня волнуют общество. При этом разговорами все не ограничивается. Главная задача – решение злободневных проблем, в том числе связанных с идеологией и формированием нового качества нации. Напомню, два предыдущих заседания состоялись в Улытау и в Туркестане. Проходили они традиционно летом. А вот особенностью нынешнего Курултая стало в том, что организовали его уже весной. И если на первой встрече в 2022 году участники обсудили более 40 инициатив, то в 2023 число вопросов, поступивших на рассмотрение, перевалило уже за сотню. А все прозвучавшие тогда предложения сейчас изучаются, либо власти по ним уже приняли определенные решения. Вот конкретный пример: с трибуны национального Курултая говорили о важности борьбы с синтетическими наркотиками. И как итог, в стране приняли комплексный план по решению этого вопроса. Состоит он из 38 статей.